Рассел, у нас новости. Глава стервятников Топор оставил нам сообщение. Что там? Он уже сдается? Не совсем. Послушай запись. Сообщение мятежников. Предлагаю прекратить эту бойню и поговорить как серьезные люди. Жду вас на стройке. Мои люди вас не тронут. У нас ваш человек, и мы пока не намерены причинять ему вред. Рассел, это Мэтт. Не надо устраивать конфликт с этими ребятами. Приходи на стройку, я буду там. Черт, это Мэтт. Он у них. Плохо дело, ребята. Придется идти, выбора нет. Рассел, это же западня. Нас просто хотят заманить в ловушку, как кроликов, а пленник просто приманка. Я знаю, но что делать? У нас своих не бросают. Будем действовать по ситуации. Чё вылупился? Чё, крутой, что ли? Жаль, Топор не велел вас трогать. Я бы не церемонился. Пацаны, а чё так мало? Я думал, Сабану придёт. Эй, братаны, не ходите туда! Это ты, крыса? Я думал, что прибил тебя. Да не, пацаны, я помочь хочу в натуре. Не ходите, вас там сейчас оприходуют, а вашего кореша у них нет. Врешь, я слышал его голос. Да это запись, засекли, как он базарит в эфире, и записали. Что? Ну когда я вас обманывал? Не, ну пацан вроде не врет. Было дело, но видимо решил исправиться. Вот, я вам ворота открыл, пацаны. Обойдите засаду и сами их всех завалите.
Я думаю, эту крысу кто-то подослал. Решай, командир, что делаем? Наконец-то, парни, разберитесь с ними. Mm-hmm.
Я же говорил, надежный пацан. Но что если Мэтт еще у них? Прикрой меня! Он нас сзади шьет, берегись! Так он не в нас стреляет! Стреляй ты уже! Мэтт, откуда ты взялся? Не поверишь, я полгорода уже обыскал. Я верю.
Все нормально, Рассел, молодец, что пришел. Но что-то глушит сигналы, и я не мог с тобой связаться. А как ты нас нашел? Тебя тут на каждом углу обсуждают. Говорят, собрал банду и развязал войну. Поэтому я и не взял тебя в разведку. Разведка — это твоя стихия, Мэтт. Пойдем, тут опасно. Согласен. Веди.